прав, что значит намерение, которое не связано с действием? Есть такое понятие, такое намерение? Ведь каждое намерение должно быть связано с какими-то действиями. Да. Намерение без действия. Может такое быть? Конечно. А как? Когда мы хотим быть связанными с намерением товарищей, но на практике мы не хотим соединяться с ними. Да? Ну тогда это наоборот. Это наоборот. Точно наоборот. Ты в намерении хочешь быть с ними, но фактически ты не соединяешься. Да, да.